У нас общество компромиссов. Есть какая-то любовь, но знаете, как я говорю, мы все ходим в подростковых штанишках. Главные игроки на это не реагируют. Я чего-то не знаю, но чувствую, что здесь есть какой-то подвох. Это все с другой оперы. Попробуем заглянуть за горизонт и увидеть, что там дальше. Пресс-центр Белта объединил аналитиков, политологов, депутатов, специалистов в области права для разговора за круглым столом в рамках нового проекта «Экспертная среда». «Экспертная среда» — это новый проект Белта и Белорусского института стратегических исследований. Его уникальность в том, что мы пытаемся не просто обменяться мнениями по актуальной повестке дня, а мы пытаемся заглянуть за горизонт событий, чтобы увидеть те новые грани, которые позволят в будущем принимать эффективные решения. Пресс-центр Белта давно пользуется популярностью. Здесь достаточно широкий спектр мероприятий. Это пресс-конференции, это брифинги, это онлайн, это презентации. Поэтому это достаточно новый для нас проект. Это такое совместное решение, можно сказать, родилось и в BC, и в Белта одновременно. Поэтому я надеюсь, что этот новый проект, он будет интересен и журналистскому сообществу, и обществом в целом он будет, безусловно, востребован. «Экспертная среда» стартует с самой актуальной темы политического сезона 2019 года. Парламент 7-го созыва – задачи законодательной ветви власти. От этого парламента требуется высокий профессионализм. То есть необходимо, чтобы сегодняшнее действующее законодательство, завтрашнее действующее законодательство не было блокиратором развития экономики страны. Оно должно, в принципе, и упреждать какие-то общественные отношения, которые только формируются. Конечно, уровень тех приглашенных лиц, уровень участников предопределял, что будет интересно, но для меня было неожиданностью вот та глубина диалога, которая была сегодня. Я думаю, что надо говорить о темах актуальных. Я думаю, что это не должно быть скучно. Мне кажется, что надо говорить о тех вещах, которые волнуют экспертов, и в первую очередь тех, которые волнуют людей, чтобы это смотрелось, чтобы это было интересно. Без сомнения, содержательная дискуссия экспертов необходима для определения новых подходов, решения актуальных задач и прогнозирования тенденций развития общества.